Но мне кажется, очень правильно иногда людей, которые играют в компьютерные игры, вот устраивать такие вещи, как сегодня, чтобы они вышли из-за своих столов и с чем-то позанимались на природе. Я бы, допустим, открыл бы и танковую какую-нибудь учебку для них в этот день, чтобы они на реальных танках попробовали поездить. Мне кажется, все кайфанут, кто вот играет реально в танки. Я просто ездил сам, у меня друзья военные. Вот, и мы катались там по полигону сами за рулем этих танков, БМП. Ну, это, во-первых, это на всякий случай, мало ли что, пригодится опыт такой. Вот, и во-вторых, это интересно, и вообще пообщаться, посмотреть в глаза своим виртуальным противникам. Мне кажется, это здорово, если это будет развиваться как вообще, как тенденция. Люди, которые играют в какие-то игры, будут устраивать какие-то еще мероприятия на природе офлайн, скажем так.